Здорово, стратегические жевжики! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть прохождение за инков на последнем уровне сложности Божество Sid Meier's Civilization 6 с челленджем вырастить самые большие города в мире. Но подробности в первой серии, потому что если вы пропустили и случайно попали на это видео, то лучше перейти к первой серии. Там все подробно и вообще смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу в специальном плейлисте. Ссылка и на первую серию, и на плейлист в описании к этому видео. Там же ссылка на рейтинг цивилизации про инков. Поехали. Долго рассказываю вступление. Но самое интересное сейчас начинается, мне кажется, мы заказники. Строим везде, вообще во всех городах. Они будут такие шикарные до невозможности. Так, давайте добьем этого вора. Интересно, откуда он вообще приплыл. И надо гавань, конечно, отремонтировать обратно. Теперь. Так. У нас золотой век. 5 ходов только как начался. Ну, исследуем континенты. Нам надо еще кругосветку сделать. У нас тут, кстати, плывет наш... Прачник в вороках. Вообще вот меня поражает, как это... Так, 7, где тут 6, что ли? Что юниты тоже 5. Вот смотрите, каравелла на 5 клеток плавает, и юнит на воде тоже на 5 клеток. Вам не кажется, что это немножко странно? Что юниты на воде должны немножко как бы помедленнее, чем обычные корабли плавать, нет? Так, тут я обращаю... Так, в Рене... Ну да, что, давайте Рен обратим тут. Два жителя, просто чтобы влияло посильнее. Как у нас уже по религиям обогнал я? Вообще, католицизм, конечно, 57 офигительно. Правда, сама Испания от этого не имеет ничего. Это вот у меня есть... где тут... Межкультурный диалог. Одна наука за каждых 4 последователей. А нафига католицизм так распространяет? Ладно, буддизм 21, майю 27. Так что я уже на нашем континенте перебарываю религию Франции. Французы-буддисты. Так, а нам тут совершенно чуть-чуть осталось до кругосветочки, между прочим. Интересно, я буду первым в мире или нет? Тут я все пытаюсь найти... буддистских апостолов, чтобы с ними сразиться в теологии. Они находятся вообще. Так, тут мы выкопали. Ну, тут, наверное, нету смысла, типа, неважно, я тут все равно ничего строить не буду. Может, здесь? Здесь можно будет собрать. Ну, ладно, давайте, наверное, здесь соберу, а потом туда пойду. Так, вот тут надо вырубить этот лес. Все-таки стоит дорого, да. Но я хочу уже окончательно поднять здесь. Хоба, видите, как притягивающий стало. Отлично. Может, тут лес просто высадить будет потом, чтобы еще поднять уровень. О, блин, а я забыл, зачем я тут рабочего строил. Ну, наверное, надо вот тут вырубить все-таки. Или лесопилку. Наверное, лесопилку поставлю. Так, тут просто фермы пока делаю. Ну, Алькасар такое, если бы мы воевали с кем-то. Плывем, черепашек обработаю. Ага, тут не проплыть. Только снизу будет проплыв, видимо. А что мы открыли? Химию ускорили. Второй уровень с Барбароссой. Дополнительные к нам претензии. То, что обращаем города... Так, слушайте, а что я открыл здесь? Охрану природы, да. Я охрану природы открыл как раз. И надо, наверное, натуралиста какого-нибудь купить, попробовать где-нибудь сделать.
Дает трех послов. Нет, тут, наверное, ничего не менять не буду. Пошли национализм, урбанизация. Давайте купим вкуска натуралиста. И менять ничего я тут не хочу пока. А, подождите, нет, надо поменять. Надо, наверное, вернуть республиканское наследие. И вообще можно было рационализм поставить. Еще плюс 22. Не, наверное, пока либерализм оставлю. Потому что, ну, это все-таки плюс у нас... У тебя плюс 5 довольства. Это как раз максимум. Не, не буду либерализм убирать. Все верно, так и держимся. Так, тут у нас на 2 раза больше. Болонью обращаем. Ну, пока нечего тут обрабатывать. Слушайте, у нас уже рабочих немерено. Я уже и здесь почти, практически все обработал. Девятнадцать, два. Надо посмотреть. Вообще, 20 жителей маловато даже для... Ну, для обычных, для обычной игры это зашибись. А вот... Ну, поможем Монтесуме, ладно... Так, а что тут делает? Что тут надо сделать? Давайте-ка мы сильно против проголосуем, чтобы религиозная агрессия... Или подождите. Им надо искоренить... Подождите, где у нас Париж вообще? Мне кажется, довольно легко выполнить будет. Вот. Не, давайте тотально против. Я проголосую. Не хочется, чтобы это прошло. Там реликвию получу. Я, конечно, сам бы мог попытаться, но мне кажется, сложновато будет Париж удерживать. Принято все-таки. Фак. И кто туда? Монтесу. А Монтесуме-то что за дело? Так, и в чем идея? Если вы можете уйти от Оланды, это национализм, который рождает нации. Участники кризиса должны не допустить перехода. Мне за 11 ходов наоборот надо обратить. Ну так поперлись к Парижу. Получается. Нам наоборот надо Париж. Я думал, наоборот, им надо будет обратить обратно. Из моей религии в свою обратить. Так, это попроще будет. Это попроще. Так, бегал караван. У нас нехватка жилья. Вот тут у нас в Кахамарке. Тут маловато гор. С другой стороны. Вот тут вообще дофига. Но тоже гор немного. Давайте из Уанако. Мы там уже отправляем один. Так, что с натуралистом? Пока натуралист нигде не может сделать. Но если мы возьмем вкладку, то вот тут есть вероятность, если мы уберем эти террасы. Ну, напоминаю, строится... Вот, подождите, а почему вот здесь... А, потому что террасы вокруг... Напоминаю, что строится национальный парк на необработанных клетках только. А, подождите, а вот тут что, нельзя разве? Сейчас, подожди. А, я должен... Да, вот эту клетку... Смотрите, если я вот так сделаю... Оба! Так, теперь знаете, какой у меня вопрос? Останутся ли выхлопы... Вот эти от клеток, если я тут... Ну, тут надо ставить, мне кажется. Конечно, две клетки гор,
и две... Нет, только хотя одна клетка только. Ну давай, и короче, я в любом случае ставлю. Даже если уйдет вот этот выхлоп. Смотрим. Не, осталась клетка, можно обрабатывать. Отлично. Еще можно вернуть даже, потому что мы уже этот поставили. Кайф. Это очень мощный плюс. Это плюс к довольству над спарк любой. Давайте я вспомню, я делал гайды по нацпаркам. Я всегда, знаете, так говорят, вот ты делаешь гайды и ничего не помнишь. Да, именно так и есть. Вот, город, владеющий парком, 2 очка довольства, а 4 ближайших по 1 очку довольства. Очень даже кайф. При том, что эти клетки продолжают что-то давать. Так это можно, кстати, глянуть еще где-нибудь на горах. Поставить, давай так, ну тут точно не получится. Вот здесь, кстати, надо вот здесь собрать. Или не убирать террасу, блин, хочется, наверное... Нет, я, наверное, тут террасу лучше оставлю. Так, давайте вот тут точно, хотя вот это Капахньян уже стоит, черт. С Капахняном не получится поставить. Так бы мы вот эту клетку еще присоединили, можно было бы поставить. Тут террасы надо убирать. Блин, тут вот это я вообще вот эти два зря поставил. Прямо вам скажу. Так, ну здесь я тоже не хочу клетку убирать. Ладно, больше пока нигде не будем нацпарк ставить. Во Францию этого отправлять. Уже Германию практически все обратили. Короче, к Парижу отправляю. Да, долго, 8 ходов, но кризис мы успеем. Не, ладно, лесопилку. Что-то в Аякуче маловато производства, лесопилку лучше сделаю. Здесь у нас реально уже все обработано. Тут я клетки не хочу трогать, потому что... Вот сюда можно еще что-нибудь сделать. Так, тут плывем. А, могу сразу, кстати, предприятие. Ну, я лучше предприятие. Подожди, 15%. А у нас тут есть предприятие, да, на мехах? Тогда можно сразу там предприятие ставить. Тоже на автомат поставлю. Прокачано время выполнения заданий, нейтрализовать губернатора. Блин, тут дамба. Хочется подрыв дамбы. Это вообще мое любимое развлечение в шестой циве, подрывать дамбу. Чуть-чуть осталось. Следующим ходом будет кругосветка. Ну давайте уже, наверное, Лянна... Аквакультуру. Все-таки аквакультура жилье дает, и, соответственно, расти можно. Так, ну это значит, надо нам тут. Ладно, пока заказник пускай построит, потом будем рабочих делать. Открыли национализм. Не, наверное, пока ничего не делаю. Нам, конечно, корпуса бы посоздавать. У нас вассалы стоят? Нет, не стоят. Поэтому давайте создавать корпуса. Раз корпус. Что, все? Всех остальных надо строить, получается, блин. Ладно, я понял.
я уже практически до нормального века добил. Боже, один ход. Сейчас будут первые... По-моему, сейчас уже будут первые эти... Как его? О, тут у нас столкновения произошли. Так, это бы мне вылечить. Предотвращен катастрофическое наводнение, плюс к клеткам. Пригороды... Нет, у нас вообще нету пока пригородов. Военная академия, морские порты, стоимость на улучшение всех юнитов. Вот, собственно, и пригород. Итак, первый заказник построился. Вот он, вот здесь. Просто посмотрите на это. Просто вау. А когда тут еще построятся вот эти клетки, объединятся? Ну это же мрак. Но это же нельзя так делать. Какой ужас. Просто какой ужас. Так, наверное, храм, потом ступу купим, потом гидроэлектростанцию построим. Нет, нам не нужен Пусан. Хай там сами занимаются. Так. К сожалению, вот он раненый, когда он будет меньше, ну, меньше, с меньшей силой обращать будет. Так что поэтому нам, возможно, стоит его куда-нибудь полечить, сводить. Ну и в таком формате, в принципе. Пообращаем немного. Катя, почему так быстро? Всего 11 ходов. Требуется довольно быстро. Так, этого я вот сюда хочу. Хищение технологий. Наверное, хищение технологий прокачаем. Так, из Уанука Кахамарку. Блин, что обрабатывать тут рабочими? Не влияет все-таки. Вот я думал, будет ли треугольник ферм вместе с террасами как-то влиять. Нет, видите, получается, и терраса отдельно. Не знаю, может треугольник террас друг на друга влияет, но их сложно построить таким образом. И последняя цива встречена. Или нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Ага. Еще кого-то не встретили. Ладно, что у этого поторговать? Ну вот, мрамор и ртуть. Только давайте сначала черепашек им предложим. Ну, нормально. Блин, у меня сейчас должно быть счастье вообще завались. Теперь нам надо... Так, а давай-ка мы еще открытые границы с тобой. И здесь. Блин, я же тут дамбу увидел. Монреаль. Блин, а я Монреаль не... Блин. Я думал, это дамба из Оттавы. Конечно, надо было проверить. Но согласитесь, через одну клетку как-то неожиданно видеть, что это не Оттавы. Ладно, давайте пока
источники и потом... Ну что, кругосветка будет? Блин, еще нет. Кстати, а без союза уже, может, не отваливается? Я, может, думаю, мне не культурный заключать. Уже ничего не отваливается. Может, давай... Ну, у нее нету религии. Плюс здесь к религиозной силе против религии... Во, во. Религиозный союз надо. Тогда буду плюс 10 против апостолов. Франции. Ну, короче, против религиозных юнитов плюс 10 у меня будет. Так, урбанизацию открыли. Ну, дальше в идеологию, наверное. Тут у нас... Выжженная земля, мобилизация, СМИ. Нам надо исследовать радио. Это мы делаем. Нацпарк мы построили, в компьютеры выходим. Три корпуса надо построить, юниты. Кстати, надо построить юниты. Подождите, давайте-ка мы тут не храм, а летучий отряд. Вот так, это второй корпус. Будет. И потом еще, наверное, мушкетера. Совершенно случайно железо никто не хочет купить. Лошадей хоть за 29 золота вход. Я Подождите, я, наверное, пока не продаю. Надо подождать, когда летучий отряд построится. А вот железо... Вот, железо я продам. Не знаю, нафига ему железо уже на таком этапе игры. Ну и две полевых пушки мы не можем пока. Или, блин, открыть. Я за один ход могу открыть, апнуть. Как раз две полевых пушки. Вот это будет одна. А это будет вторая. Да, давайте... Ну и раз так у нас все хорошо, я думаю, в честь постройки заказников в наших заповедниках, можно этому видео и лайк поставить, и комментарий написать. А если очень прохождение нравится, то какой-нибудь супер спасибо или вообще стать спонсором канала. Или вообще в описании и в прикрепленном комментарии много способов финансово отблагодарить меня в это тяжелое время. Спасибо большое за поддержку всем, всем, кто лайки ставит, комментарии, что-то отправляет. Благодаря вам появляется вдохновение это все делать и записывать. Спасибо. И продолжаю. Перекупили у нас Наску. Но я пока, наверное, не буду обратно перекупать. Нам тут вот... Мы пока не можем здесь ничего сделать, и выкупать эти клетки я точно не буду. Так, апнем. 310 стоит. Блин, что-то дорого. Так, значит, смотрите, мы здесь делаем второй корпус. Дальше в Куско мы построили заказник. Красота. Вот тут, конечно, надо улучшить. Ну, нам Эйфелеву башню построить. Мы же как бы в Эйфелеву башню идем после компьютеров. Эйфелева башня нужна. Кстати, по поводу Эйфелевой башни, может, нам тут как-то инженера вот этого, например... заполучить. Может, давайте почитаем не исследовательские гранты, а логистику промышленной зоны немножко. Так, охищение технологии. Германия, Корея. В Корею, наверное, отправ... Ну, я в Германию не могу, у нас союз. Корею в Чинджу. Вообще надо в город, который побольше. Кён... Ну, вообще, да, Чинджу у них тут самый большой. Вообще, как-то у Кореи не очень. О, блин.
Вот видите, плюс 10 у меня от религиозного союза написано. Блин, убьют мне этого апостола, мне кажется. Бежит мой прокачанный на атаку апостол. С одним зарядом остались они, видите, они стоят, чтобы защищаться. То есть кое-что, кое-когда компьютер соображает. Пошли искать, откуда у нас тут варвары приплывают периодически. Так, давайте я тут маяк доремонтирую. Что тут обрабатывать нечего опять. Ну, кстати, вот тут можно вырубить медь, если у меня, конечно, деньги будут. Итак, первая в мире кругосветная. Плюс 5. А, вот Бразилия. Собственно, вот Бразилия, наверное, или нет, не на своем континенте. Возможно, он тут соединен. Сейчас Бразилию следующим ходом встретим, и мы еще всех встретим. У Вавилона Рапикум отвалился. Так. Вот теперь можно лошадей продать. Хочу деньги, чтобы апнуть... Ну, одномоментно, чтобы апнуть... В пушке. О, уже мало добавляется. Вот так оставим. Не хочу карточку ставить. Конечно, сейчас много потрачу, но... Надо. Выжженную землю ускорили. Что там дальше? Вот, 3 корпуса. 2 корпуса есть. Наверное, пушку надо построить. Один ход. Здесь построю. Потому что там проекты читается под... Ах, хотя пингала еще на проекты не прокачан. Но все равно я здесь построю. Где пушка-то? А, тут 2 хода. Нет, тогда давайте здесь один ход. Чтобы быстрее уже открывалось. Плюс копим... Ну, вот этого инженера надо забрать, чтобы за его счет... Правда, деньги на него надо копить еще. И он же уменьшает золото. То есть он перекачивает золото в производство, грубо говоря. Может, кстати, не такой уж и крутой он, честно. Но все равно нам на производство, чтобы быстро построить... Смотрите, 4 науки. 4 науки это вот объединенные с заказниками. Просто обалдеть. Просто сумасшедшие выхлопы, конечно. 360 науки, особо не имея кампусов. Это, конечно, мрак. Так, а здесь у нас строители делаются, чтобы... Аквакультуру. Ванака, заказник. Тут не такие еще красивые клетки, вот эти просто... Тут даже не знаю, имеет ли смысл какие-то еще районы ставить. Я думаю, нет. Просто верфь. Так, а вот тут заказник надо. Не заказан заказник. Кстати, селитру тоже можно попродавать.
как и уголь. Сколько у нас тут? Предел 25. У нас плюс 4 вход, сейчас, то есть, будет предел достигнут. Нет, нет, не убивайте. Пощадите. Radio is the theater of the mind. Television is the theater of the mindless. Алюминий, морской курорт и центр вещания открылись. Тут нам ничего мы пока не ставим. Зато СМИ ускорили. Давайте, наверное, СМИ пока открывать. Потом мобилизацию. Блин, может как-то отступить? Или нам уже не дадут здесь? Я не хочу, чтобы мне этого апостола завалили. Его завалят, я думаю. Не успевает у меня вот этот прибежать, который плюс к силе. Так, 10 угля. Вот 10 угля, наверное, можно принять. Хотя тут 59 вход. Золото. За 22. Может принять? Мне пока там его не на что тратить-то, уголь. Давайте приму, ладно. Весь уголь отдаем за 29 вход. Пускай там немцы обогреваются. Я не хочу, чтобы они замерзли зимой. В отличие, не скажу от кого. Я немцам тепленько сделаю. Хай греют свои немецкие косточки. Ну что, встречаем Бразилию. Последняя цивилизация. И мы первой страной. Короче, у нас еще, ну, 11 ходов, скорее всего, до эры. И осталось уже 5 очков, чтобы золотой век получить. Так, с бразильцами можно поторговать? Можно. Ух ты, аж 3. Нормальная. Это выгодно. Меня только Франция, короче, не любит. Так, 7... Нет, 11 послов. Слушайте, 11 послов может куда-нибудь отправить? Ну, я Валетту жду союзить. Валетта нам после открытия компьютеров понадобится. Так что 2 хода... Как раз 2 хода СМИ мы поставим первый посол. Да, Валету. Пока держим послов, короче. Так, здесь продолжу еще строителей делать. Ступу покупаем. И, наверное, читаем таки проект на инженера. Или все-таки сначала электростанцию, гидроэлектростанцию давайте сделаю. Тут ничего не меняем. Дополнительный торговый путь, мне пока его купить. А, давайте построим. Торговый-то я этот маяк починил. Следующим ходом, наверное, можно и селитру. Кстати, а с алюминием мне не повезло, я так понимаю. Ну и слава богу, мы воевать ни с кем не собираемся, правильно? Ну то есть вообще даже рядом нету. Вот в Лавенте, правда, есть. Лавенту, наверное, можно
Если что, засоюзить тогда будет. Сколько стоит 120? Нет, мне жалко столько денег. Пока просто постоим здесь. Просто стоим, тусим. Просто за счет заказников уже такой выхлоп валит. Кого убили? Таругу. Блин, Таруга жалко. У меня там было три. Зато кого-то... Переставить сюзереном гранаты мне и не надо было. Это я чисто очки эпохи. Венецию встретили. Еще строить? Так, надо подумать, надо ли мне тут еще строителя. У нас 4 заряда. То есть итого 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, достаточно. Я думаю, строителей здесь. Давайте шпиона. Вуануку, морской порт. Блин, все по два хода строится, просто охренеть. Наверное, сначала все-таки верфь. Ну, как-то производство маловато. Заказник, я его, может, лучше куплю. Маловато производства там. Давайте из Ольянтайтамбу отправим. Все на автомат, все эти пароходики. Я уже все открыл, что мне хотелось. Слушайте, не убили нам тут, но они не дают нам выйти. Так, сколько у нас в Париже? 13 на 2. Ну, и это надо 9 ходов продержать. Вавилон объявил войну. Вавилон и Америка объявили войну Майя. Ну, Америка далеко, а вот Вавилон рядом с Майя, действительно. Кстати, Вавилон уже в эпохе атом. Но я думаю, что в компьютерах тоже. Как я. Благовоние. Так, сначала давайте продадим селитру. 19 вход, нормально. Теперь купим благовоние и кофе. Там, случайно, им ничего продать нельзя? Нет, у меня ничего не продается, поэтому просто покупаем как есть. Блин, у меня там, наверное, уже в городах плюс 7 каких-нибудь должно быть. Ага. Мне надо как-то население увеличивать. Во-первых, это канализация. Во-вторых, пригороды. Но вот я смотрю, что в Куско мне просто даже негде пригород, наверное. Бразилия меня осуждает. А что это? Разные правительства было написано. Нет, во-первых, астролябию мы тебе точно не отдадим. И так вообще предложение так себе. Мне реально просто даже негде в Куско построить пригород. То есть Куско у нас точно не растет. В Кахамарке есть где строить. To err is human.
Так, плотины сейчас, значит, сейчас валету союзим. Ставим где-то первый посол. И понеслась покупать. Вообще все в центре покупаем. Нет, стены, наверное, зря купил, правда. Хотя, может, а что зря? Пускай будут. Ну, сейчас я только куплю все остальное, если останется вера. Опять же, веры дофига именно за счет заповедников. Все. Давайте хотя бы древние, может, купим. Что мне уже жалко 110 на средневековые. Честно скажу. Не знаю, зачем, правда. Ну, туризм или вдруг там варвары подплывут. На этот случай чисто. Так, все. Теперь у нас еще есть послы. Может, еще куда-то? Ну, в Болонью, наверное, можно. Так, что еще? Венеция. Если еще кого-нибудь засоюзить, может, Махенджо-Даро. Ваши города получают полное жилье от воды, как если бы находились у реки. Ну, мне это уже сейчас не особо надо. 7, 7, 7, 9. Или засоюзить Махенджо-Даро. Ладно. Чё нет? Теперь Пингалу на гранты. Блин, чуть-чуть не добегает. Все в Париж. Блин, тут, наверное, все-таки может ферму. Ну, чтобы оно влияло, такой тройничок этот был. Пошли, тут можно террасу, видите, потому что холмы, но... Проверили. Так, вот тут я уже, наверное, куплю, наконец, клетку. Сначала медь соберем, потом здесь террасу поставим. Пока никуда не отправляем. Гидроэлектростанцию в Чанчане сделали. Ой, арена, зоопарк. Наверное, это все бессмысленно. Давайте пригород. Ну, тут плюс 6, плюс 5. Понятно, что это рядом с заповедником, поэтому не буду. Вот сюда давайте. Дальше... Канализацию один ход пооткрываю, а здесь у нас мобилизация и потом идеология. Вот смотрите, 400 науки, это больше, получаете, на 100, чем у второго места, и 230 культуры, это наравне, ну, немножко впереди Бразилия, чем все остальные. При том, что у меня всего одна театральная площадь. И кампусов не так много. А это все заповедники. И это еще не все заповедники у меня с потрясающим престижем. Построим Эйфельку. Будет еще круче.
Так, у меня хотя черепахи лишние. Я ему уже продаю, что ли? Что-то никому... Никому из ребят, у кого есть апельсины, не нужны черепахи. Это ж какой вкусный черепаховый суп с апельсинами. Ладно, видимо, не покупаем. Ну, типа, не торгуем вот так. Купим просто, кто подешевле предлагает. Дальше продаем лошадей. И железо. Я реально удивлен, что есть люди, которым это требуется все. Есть цивилизации, которым им требуется. Почему мне пишет две черепахи, а написано, что одна? Это, наверное, от ГГшки получаю. Ну вот, в Кахамарке нужен пригород тоже. Вот сюда на плюс 4. Ну вот куда дел... А, вон они. Не, в городе сидит. Блин, в городе сидит. Уже гад. Чего апостолов в городах нельзя атаковать? Я считаю, это нечестно. Так, а вон товарищи, давайте тоже пригород. Дальше, канализацию. Ну, два пригорода мы построим. Вообще нам в сталеварение через военную науку надо, да? Ну, собственно, нам надо так вот и идти. С помощью рыцаря мы никого не убьем уже. У нас есть, конечно, рыцарь, но не на кого нам тут его натравливать. Yosemite Valley to me is always... Красивая. Так, повышение. Давайте по холмам возьмем. Потому что леса уже, наверное, везде все вырубли. Так, подождите, а у нас еще 3 очка надо. И 8 ходов до конца эпохи. Еще не набили. Морской порт Вуануку. Ну, вот и что тут? Вот что тут где строить? Лес... Не хочу вырубать, да? Что он влияет на клетки. Пригород? Давайте вот тут пригород, вот рядом с чудом, кстати. Красивое будет. На земле столько проблем, а вы, ацтеки, к нам лезете. Чё там? Какие-то претензии ко мне. Убили всё-таки мне там этого. Ну, сейчас я отомстю. У меня тут есть мощный парень. Но это не сильно, наверное, снизило. Сейчас глянем. Канализацию открыли, общевойсковую бригаду. 4. Ну, вообще нормально. Тут было, по-моему, 17, и этот один был. Блин, не так уж и больно я бью, вообще-то. Ты и с религиозным союзом, и с прокачкой на плюс 20. Да.
Так, ну канализация. Просто везде покупаем канализации, я думаю. Так, что у нас там с великим этим человеком? Еще почитаем логистику промышленной зоны. Тут, значит, растем. Пригород построен. Канализацию купим. Ну, чтобы демократию прокачать. 4 канализации и демократия. Не знаю, как это работает. Но вот так. Тут, наверное, не буду. Тут сейчас будет так дофига жилья. Собственно, и здесь тоже. И здесь тоже. Вот твоя куча можно. Демократию ускорили. Красота. Христос Искупитель, собор. Ну, это все неинтересно. Это, наверное, банк. Тоже банк. А где там у нас, чтобы еда продавалась? Продуктовых, или это в технологиях, по-моему, где-то стандартизации, да. Чтобы в пригородах еда продавала, чтобы быстрее города росли. Блин, ну и что тут обрабатывать? Рыбы вот эти еще в третьем радиусе, да? Слушай, у меня уже шпионов. 3, еще могу одного сделать даже. Куча заказник. Красивое. Тут можно было еще раз повторить. А ну-ка, я бы сюда поставил, и где-то здесь заказник сделал. Было бы еще круче, конечно. Но как получилось, так получилось. Что поделать. Так, а тут я заповедник где-нибудь думал делать вообще. Да, может сюда поставить. В принципе, есть определенный престиж. Вот только эта клетка. Да, давайте, наверное, сюда сделаем. Че, во всех городах будут заповедники, чем плохо? Кораблики какую-то деревню нашли. Ну тут я. Слушайте, вот обратите внимание, что компьютеру прописали оставлять у апостолов по одному заряду, чтобы ими драться. Это очень вполне умная идея. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the when they are preparing for war, those who rule by force speak most. Что-то Джон отваливается. Конечно, Корея очень странно города поставила. Вот это вообще не может удержать. Так, железо уже никому не надо, наконец-то. Как и лошади, отлично. Не, все-таки отправлю. Ну, конечно, всего 2 жилья, но надо.
Не знаю, может, на место террасы все-таки пригород поставить. Давайте, наверное, на место террасы. Нам надо куска выращивать. Что я тут? Да, меньше еды, но я караванами могу. Да, это я убрал одно жилье. Но караванами мы как-нибудь это отобьем. Блин, а у меня еще, кстати, все-таки фигово достает. Знаете что, я куплю этого инженера, я хочу посмотреть, какой следующий будет, может, мне надо читать на него. Ну, ракетостроение 20%, озарение ракетостроения 20% такое, честно говоря. Ну, куда делись все апостолы? Веду и к промышленной зоне буду медленно двигаться. Ну ты что тут делать? Я бы уже просто исследовательские гранты читал, получается. Дальше у нас идеология. Тут первый посол хочу поменять, но может куда-то отправим. Да, не особо. Никуда не хочу. Поэтому меняем на плюс 2. И идем в идеологии и демократию. Кого встретили? Фес. Блин, вот что мы только сейчас встретили. Мог бы уже отправить туда посла. Ладно. Продолжение, видимо, в следующей серии уже. Но, как видите, идем просто замечательно. 434 науки, всего лишь на 105-й ход. Я не помню в прохождении на божестве, чтобы я настолько быстро шел. Кто-нибудь помнит вообще такое? Интересно, как у вас это происходит? Но продолжение уже в следующей серии. Спонсоры канала могут прямо сейчас поискать в плейлисте. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.